Всем добрый день. Реставрацией немножко занимаюсь. Короче, здесь была кровать. Я как-то раньше делал. Она была двухъярусная. Сейчас распилили. Получилось две. Просто кровать одна спальня. Значит, эти вот нужно убрать. Что я делаю? Я просто фрезерую. Сюда буду вставлять вставку. Ну и потом сошлифовывать. Значит, но суть не об этом сейчас. Смотрите, значит, какой вышел момент мне. Идет четко сюда. Дальше пошли вот эти вот елочки, да? Почему так случилось? Да потому что вот на фрезере, вот ну у нас в каком китаец, там на линейке вот здесь вот, да, стояли вот такие вот, ну вот так они стояли, такие вот пластмассовые, ну короче на линейке детальки пластмассовые были. Они были как, сейчас попробую показать, да? Они вот сюда просто были, вот так вот, крепились одна сюда, с этой стороны. Ну и другая с этой стороны. Что я сделал? Сразу же, если у нас вот такие детали, если вы купили, да, вот такие вот, здесь стоят штучки, да, можете их сразу же выбрасывать смело. Купили и сразу же мусорку. То есть здесь вы немного не потеряете, а точнее сказать, вообще не потеряете. Вот сделайте вот такую рейку сюда, вот, она четко будет стоять. Четко будет стоять. Почему? Потому что, например, когда она у меня идет, она здесь вот стоит одна, здесь другая. Ну, сейчас просто на пальцах поясню, да. А здесь вот это вот расстояние. И когда мы, например, ведем фрезер, да, вот, получается, что одна площадка у меня уже ушла, а другая здесь стоит, вот, например, вот так вот. И она, соответственно, начинает здесь, и, ну, не то что болтаться, а уже руками уловить его немножко сложновато. Особенно, говорю, особенно, когда вот здесь вот идет фреза уже... Поэтому до края доходит. Наверное, замечали. Просто или заваливается, или в одну, или в другую сторону. То есть, что для этого нужно сделать? Купили, отвинтили, ну, скажем так, мусорку выбросили, поставили нормальную рейку, прижали. Здесь, если фреза даже будет идти, например, если фреза даже какую-то возьмет там, если в иных случаях было, она будет четко под ту фрезу, которая у вас есть. То есть это можно даже не жалеть сразу. Вот смотрите, что получается. Площадка длинная, как на входе будет, так, соответственно, на выходе. Вот, например, я сейчас просто покажу, как, например, на входе. Здесь принцип один и тот же. То есть мы ставим фрезер, четко, хорошо площадка стоит, и хорошо идет фрезер на вход. Точно так же идет на выход. Были случаи, что я вот площадку, да, вот линейку, да, делал еще длиннее, еще лучше получается. Если вам не мешает, будет лучше еще. То есть четкий, хороший вход. И, соответственно, точно так же, когда вы идете, четкий, хороший выход, фреза уже вышла, а площадка у вас длинная, и она не дает вот таких вот виляний. Так, всем спасибо за внимание, до свидания.